косились. Ой, а зайку сделать? Ой, и зайку сделать. Существует три основных вида мотивации. Социальная, игровая и самая распространенная – пищевая. Хати, Хати, голос. Молодец. Этого милого и очень воспитанного пса зовут Хати. В свои 6 лет он знает больше 10 команд. Прилично для крупной собаки. Хозяйка Лилия Мягкова обожает животных с детства, потому и стала профессиональным кинологом. На них смотришь и думаешь, как вот их можно не любить. Вот, обучалась на курсах, но нету такого курса, который бы рассказал абсолютно все. То есть это все в основном познается, во-первых, на практике, когда начинаешь работать с собакой, и когда читаешь там теорию, это две разные вещи. В здании штаба общественной поддержки сегодня чересчур пушисто. На мастер-классе собачникам дают крепкую теорию. От того, как правильно выбрать поводок, до основ дрессуры и социализации питомцев. Дрессировка нужна для того, чтобы вместе жить с собакой было гораздо комфортнее, то есть гораздо удобнее, когда собака ориентирована на человека, когда собака готова работать с человеком. Кинологи советуют, прежде чем заводить собаку, особенно если брать ее из приюта, нужно серьезно поработать над собой. Будущий владелец должен быть готов, что у питомца могут оказаться скрытые заболевания, в том числе психологического характера. Первый совет, наверное, следить за здоровьем, регулярно проверять здоровье. Второй совет – это не забывать про выгул обязательно. Третий совет – наверное, обучать на протяжении всей жизни, неважно, 10 лет собаке или 1 год, надо развивать кругозор все-таки, учить различные трюки, чисто там гостей повеселить можно. Можно взять, возьми. Год назад Тео приобрел семью. Хотя возрастных собак, да еще и бойцовских пород из приюта берут крайне редко. Самым трудным для хозяев был первый месяц. Пес показывал характер, доходило и до укусов. Но любовь, забота и грамотный подход сделали свое дело. У нас Тео – это очень важная проблема, потому что мы боимся мужчин. Боимся мужчин в рабочих формах. Как бы мы пугаемся, убегаем. И для нас это как бы важная информация. А как преодолеть вот этот страх? Отвлекать на себя. Начать воспитание любой собаки можно в любом возрасте. Но, конечно, чем раньше, тем лучше. Поладили собаками и научились давать команды питомцам. Дарья Чебоха, Виталий Сафарметов, премия «Имала Салихард».